приветствовать вас. Мы поздравляем вас с наступающим днем Великой Победы. Пожалуйста, оставайтесь дома, а мы поем для вас. Да более знакомые строки Аграновича из знаменитого фильма «Офицеры пробирают сразу до слез». Вот уже что-то услышала, тут уже слезы на глазах. Такая ситуация, что сделаешь? Ну, переживем, наверное. Переживем. Песню с друзьями фронтовыми. Заставил открыть форточки, выйти на балкон и заслушаться, и даже плакать всех военный ансамбль 36-й армии «Селинга». Это их первый концерт в спальном районе при таких обстоятельствах. Мы решили выйти на улицу, и так как чтобы люди не забывали, помнили подвиг, славу нашего народа, мы решили устроить небольшой концерт, исполнить военные песни времени Великой Отечественной войны. Популярную в войну «Игра итальяночка» подпевали с балконов. У нас бабушке 83 года, она с удовольствием слушает. Спасибо вам, ребята, за вашу акцию. Да вообще, ребята, молодцы, сердечное вам спасибо. Конечно, здорово. В условиях, тем более, такой обстановки в нашей стране. Поддержим всех. Дай Бог вам всего хорошего. Отлично, прекрасно. Красивый концерт был построен. Спасибо вам. Следующий такой концерт «Победы» артисты «Селинги» планируют исполнить перед окнами инфекционной больницы. Поддержать врачей и больных вирусом. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня.